Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Вы смотрите прохождение Doom 3. Мы находимся в вычислительном центре в зоне общего доступа. В последней серии мы встретили Свона, он был при смерти. Но тем не менее рассказал нам, что мы последняя надежда человечества, потому что у демонов есть портал, созданный, собственно, демонами. Нужно его закрыть до того, как сюда прилетит флот Земли, иначе случится непоправимое. Отлично. Ой, какая пакостная, страшная хрень. И все, то есть, ну, если сила ада прорвутся на землю, всем на земле наступит край. Поэтому... Ой. Поэтому нужно что-то с этим делать. Я не буду это комментировать, ладно? Не задеть ничего. Я слышу там детей, что ли. Давайте как-нибудь аккуратненько. Ненавижу детей. Ну, местных, то есть. Обычных детей я люблю. Ой, подожди. Убиваем младенцев в упор из плазмогана. До чего мы докатились. О, какие неприятные звуки эти сирены. Выключите звук кто-нибудь, пожалуйста. Там снизу что-то есть. Твою мать. Стандартная тактика. При испуге надо забиться в угол, а потом уже отомстить. Ой, блин. Я что-то... Я ожидал, но я все равно испугался. Здесь просто постоянно ждешь какой-то лажи. И эта лажа, что характерно, постоянно происходит. Тихо. Ой, твою мать. Это ты? Ну ты-то ладно. Ты-то у нас уже... Как бы все... Здесь мы были в предыдущей серии, вернее, нет, мы здесь не были. Мы здесь через камеру наблюдения увидели код. И с помощью этого кода попали в это помещение. Кроме того, про этот код мы услышали в аудиодневниках. Твою мать, уйди, скотина. Ненавижу, когда они это делают со спины постоянно. Ну что ж такое-то? Ладно, ничего страшного. Так. Ошибка загрузки. Понятно. Кто-то не разогрузил что-то. Доска объявления. Основное исследовательское задание. Банк B1 выполняет анализ квантовой декогеренции, обнаруженный в ходе недавнего эксперимента по телепортации АСБ. Обработанные до сих пор данные обнаружили ряд отклонений между соответствующими макроскопическими параметрами и характеристиками окружающей среды. Наша первоочередная задача – перевод анализа в режим циклического моделирования и запись доказательств влияния макрообъектов исследования на результаты экспериментов. Полная реконструкция, основанная на результатах моделирования, позволит стабилизировать сжатие телепортационных объектов. Понятно. Теперь коды безопасности охраны изменяются. А, четверга код такой-то. Хорошо.
Короче, центр безопасности информационный. Здесь все понятно, все как всегда. Конечно, непонятно, что вот это такое. Меня одного вот это вот окружение беспокоит больше, чем лезущие на меня монстры. Мне просто страшно тут находиться. Сержант уничтожит тебя, говорят. Зачем? Я сам убьюсь. Ох, криворукие. Да ну, ай, не падай. Что дальше? Туда что ли суметь прыгнуть? Ну мы же там были. Мы прошли вот так вот. Хорошо. Так, что-то я не это понимаю, видимо. Ладно. Тут ничего. Тут появился враг. Возможно, мне все-таки надо назад. Откуда ты взялся тут? Хорошо. Подождите, я не могу поверить в то, что мы сюда ходили только за броней, что ли. Зачем? Смысл? Ну, судя по всему, это так. Хотя, возможно, мы там какие-то коды доступа взяли, я не знаю. Я вполне мог это прощелкать с моей-то внимательностью. Нажать я тут все же ничего не могу. Вроде бы нет. Ну хорошо, допустим. Сохранимся и пойдем назад. Осмотримся. Мне кажется, снизу вот это что-то. Тут какие-то коридоры служебные. Возможно, мне туда. Ну, видите, враги тут неспроста появляются. Я думаю. В чем смысл, если бы мы сюда не пошли бы? Да, блин. Хорошо. Меня почему-то никогда не пугала эта тварь. Мне она всегда казалась не страшной. Ну, по сравнению с остальными. Это что за хрень? Это серверы такие, что ли? О, как я обожаю такие коридорчики. Ну, я так и знал. Тихо, 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 спокойно. Блин, как меня порвали-то сильно, а? Ладно, переживем. Не впервой. Заживет. Подожди, а тут? Тот же самый коридор, я так понимаю. То есть они сообщающиеся. Пойдем с той стороны все-таки. Там как-никак броня есть. Хорошо. Это что за офис? Жутко тут, да?
Ничего полезного, к сожалению или к счастью. Это патрончики. Пауки. Ну вы же полезете, я знаю. Ну, молодцы. Давай. Еще? Вроде нет. Я уже привык вот к этим вот проходикам, я уже знаю, что нас с них ждет всегда. Так, а вот мы. Все. Понятно. Распределение. Отлично, мы выше. Это круто. Так, я успею сесть поудобнее. А то меня сейчас схарчат еще по дороге. О, зачем ты закрываешься? Давай сохранимся и вперед на зачистку. Тихо. Они прямо за дверью. Получай. А, они не могут сюда попасть, смотрите. Я богоюзер. Иди сюда. Давай, бей меня. А, может. Ну что же я за дебил такой постоянно, но... простите меня. Это было так тупо. Смотри-ка. О, ёлки. Интересно, а на колонии дети жили, нет? Может, это вот дети переродились в такую пакость? Или эти дети пришли из ада, из портала? Да, не самое лучшее место. Зато у нас есть Казмаган. Поэтому пофигу. А вот там внизу мы проходили. Ай, где ты? Откуда ты тут взялся? Где он был? О, как он меня порвал-то неплохо. Warning. Ничего полезного. Ну и вредного тоже ничего нет, поэтому ладно. Зомби тут? А, это не зомби, скорее всего, это эти. Спецназ. О, твою мать. Да что ж ты будешь делать, да? О, я что-то, не знаю, пугаюсь сегодня. При том, что здоровья на самом деле не так много. Где кто дышит? Я ты дышал? Да. Здоровье чуть-чуть, пожалуйста. Мне оно нужно. Тихо. Да, и живу еще. Скотина. Да сдохни ты, елки-палки. Ну что ж такое-то? Уйди, скотина! Да где ты, мать твою? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Уйди! Ох, твою мать!
Ладно. Ничего, переживем, да? Мы же сохранились. Нужно взять что-то вот такое вот, более ухватистое, потому что это пока раскрутится, 3% нас снести уже успеют. Мне нужна аптечка. Хотя бы небольшая. Блин, теперь каждый звук шарахаюсь. Там мы были. Один. Друзей не привел. Хорошо. Пауки сейчас полезнут. Больше неоткуда полезть. Ну ладно, тут встретим тогда. А, то есть мы пройдем сюда, и они полезут. Так, мы подобрали дверную панель. Теперь у нас новые проблемы. Круто. Все, мне хана. Или нет? Еще не хана, у меня 1% есть. Уйдите, уйдите, пакость, уйди, уйди. Все, хана, да. Так, это будет интересно. Хорошо. Так, возьмем плазмоган. И потихоньку будем чистить отсюда все. Сохранимся. А что за код тут может быть? Блин, музыка такая играет. В принципе, приятно. Все, погнали. Твою мать. Что, съели? Животные. Хочешь жить? Умею вертеться. Отлично. Надо почаще использовать куб душ. Тут просто не до него было. Так, возможно, вместе с этой дверной панелью мы взяли. Фу, так. Вот это вот возможно. Так. Подведенный, чтобы поставить. Да что ж с переводом такого? Какой-то промпт идет просто. Чарли, как твои дела? Говорят, у вас там дело просто горит. Ходят слухи, затевается что-то очень крупное. Кстати, я тебе кое-что оставил в контейнере номер 669. Код 468. Извини, тот диск с порнушки я просто не мог не забрать. Держись там, приятель. 468. Это что? Теперь заживем. Так. Ну давай. За твою мать. А ведь он так и будет их спавнить. Хорошо, допустим. Это нам, в принципе, даже на руку, мы восполнили жизнь с этих тварей. Я слышу вас. Подожди, ты где? Отлично. Ты еще живая, что ли? Там определенно кто-то еще есть. Я слышу его.
Уф. Или это пламя просто, или это скрип вот этой хрени. Так, и куда же нам нужна эта дверная панель? Я, честно говоря, не помню. А, подожди, у нас она где-то в самом начале. Там была штука, у которой не хватало дверной панели. Поэтому мы сейчас попетляем туда, судя по всему. Так, туда я не попадаю. Идем на второй. Ну, надо сказать, что с каждой серии все более и более напряженно, но атмосфера просто на удивление держится, да? То есть даже в Dead Space, допустим, это что было? А, это ты? Двое? Бей! Используй нас. Да сколько у вас тут, елки-палки? Блин, достаешь пилу и все, и неохота ее обратно убирать. Но с ней тут быстро нас расколупают, по идее. С другой стороны, знаю людей, которые принципиально бегают чисто с пилой, потому что она крутая. И проходили всю игру. Это тоже, по-моему, не очень круто. Хотя, каждому свое. Давай, вылазь, кто бы там не был. Второй уровень. Спускаемся на первый. Я ненавижу мелких врагов этих. Так, подожди. Нам явно не сюда. Потому что тут, да, я помню это место. Нам нужно сейчас оттуда пройти на выход. Только нужно вспомнить, где он. А он, в принципе, там был прямо около этой двери. Соседняя дверь. Отсюда мы приехали, а вот просто в код. Отлично. Фу, так, сохраняемся. И падаем насмерть, отлично. Не люблю прыжковые упражнения. Сержант идет за тобой, говорят. Пусть идет. Как придет, там уже будем думать, репо чесать. Вот сюда нам надо. Вот туда. Так, тут нет ничего. Отлично. Так, ну место такое довольно-таки. Вроде спокойно. Хорошо. Тут ничего нет, да? Ой, я уже устал от этого звука. Бензопилы. Гремит прям. Шумит. Твою мать. Ну что ж такое? Пугать пауками с потолка. Как это дешево. ID Software. Как вы могли? Но я напугался вообще, честно говоря. Машинный зал. Ой, я надеюсь, это не такой машинный зал, как был в комплексе Альфа. Потому что там он был в просто ужасной, скучной, некрасивой локацией. Ну, посмотрим. Нам сюда, я так понимаю. В подвал. Да. С первого на B, на basement. Фух. Не хватает приятной музыки.
Ой, ёлки. Да. Это просто какой-то пипец. Супер! Это просто, ну, это ненормально. Я ненавижу эту хрень. Я поэтому буду почаще сохраняться. Вот, сержант, найди его. Нужно найти его. Моя пушка. У него моя пушка. Бедолага. Кэмпбелл, все. Давайте я избавлю. Я убил этого жалкого телохранителя. Теперь я убью тебя. Давайте избавим Кэмпбелла от участи стать одним из зомби. Ты живой был? Прости. Ой. Мы малость накосячили, по-моему. Ну, он все равно желез был, да? То есть, блин, ну, мы все равно помогли, я надеюсь. Он бы не выжил же, ну. Да. Так. Место назначения, главный процессор. И там, судя по всему, и будет этот сержант. О, что-то мне подсказывает, что это не очень хорошее место. Возможно, мы тут будем воевать. Давайте-ка мы подготовимся к бою. О, патронов не так, чтобы много. Ну что ж, посмотрим. Я жду тебя, говорю. Жду, чтобы убить тебя. Ну, жди. А я не приду. Не для тебя моя роза цвела. Да вас двое, ну я так и знал. Симметрично прям. Ой, твою мать. Да что ж тут прет-то столько всякого. Так, хорошо. Второго пулеметчика не будет, вон еще просто смотри. Так, мне нужно сюда, в укрытие. Еще кто? Так, ладно. Нехорошее такое место, сразу ощущаешь, да? За дверью я слышу зомби в хранилищах. Вполне возможно, в скором времени эти хранилища откроются. И нужно будет их... Ой-ой-ой. Что-то как-то это место мне не очень нравится. Я смотрю в твою душу. И я вижу страх. Спокойно. Ой, какое мясо пошло. Ёлки-палки. Ты посмотри на этот пипец просто. Блин, я просто зажал гашетку.
Ну чё, как? Патронов практически нема. Да ёлки-палки, кого только нет, ну. Нравится, скотина. Блин, ну это было как-то не лишка, нет? Сволота. Да. Порядком их тут. Зато теперь у нас есть патроны пулемету, который, по сути, все-таки мне нравится сильно меньше, чем пистолет пулемет вот этот вот. Потому что большой разброс, хотя, конечно, дикая мощность, но какого черта? Для нас главная точность, потому что мы рассчитываем на скорость. Лучше 15 выстрелов на слабеньких, чем один на сильный, по-моему, в голову. С нашим стилем геймплея. Фу, так, и что это у нас тут такое? Тут у нас, похоже, будет босс. Поэтому давайте мы тут остановимся. В следующей серии пойдем воевать с Сарджем, потому что он наговорил нам кучу гадостей. Это круто. Мне нравится игра. Просто удивлен. Просто удивлен больше тем, что я ее в свое время пропустил. Потому что я представляю, как она игралась на тот момент. Потому что даже сейчас, по прошествии 7 уже, считай, лет, с момента выхода, она же в 2004 вышла. Или в 2005. Да, в 2005, по-моему. Но, короче говоря, она до сих пор играется просто супер. Эта игра просто великолепна. Увидимся в следующих сериях. Посмотрим, что же это за сержант такой. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.